бывшему мэру Нью-Йорка и искреннему другу Израиля Майклу Блумбергу, в Иерусалиме всегда рады. Но этот визит был особенным. Блумберг стал первым лауреатом почетной премии «Генезис» на иврите «Берешит» по-русски «Бытие», которую называют еврейским Нобелем. Премия учреждена еврейским агентством «Сахнут», офисом премьер-министра и благотворительным фондом «Генезис», предоставившим средства для ежегодной премии в 1 миллион долларов. Вручается премия исключительным людям, деятельность и достижения которых будут вдохновлять следующее поколение евреев. Genesis Prize – это еще одна возможность подчеркнуть, что самый большой профессиональный успех в мире тесно связан с твоей identity, с тем, что ты должен быть гордым своей связью с нашей традицией и с нашим государством, и тогда ты можешь изменить этот мир. Благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies до сего дня пожертвовал около 2,5 миллиардов долларов на проекты в области здравоохранения, культуры, образования, экологии. «Для меня большая честь первым получить премию «Генезис», — сказал Майк Блумберг. Много лет назад мои родители привили мне еврейские ценности и этику, которые я сохранил на протяжении всей моей жизни и которыми руководствуюсь в моей работе в бизнесе, государственной деятельности и благотворительности». Торжественная церемония вручения первой премии «Генезис» прошла в Иерусалимском театре. Я думаю, что предназначение премии «Генезис» определять каждый год одного выдающегося человека, который воплощает во многом еврейские традиции и еврейские ценности. Наиболее важная наша традиция в том, что мы дорожим нашим наследием, но всегда стремимся к прогрессу. Мы достигли удивительных результатов за 66 лет нашего существования, и это не осталось незамеченным в мире. Все это удается нам именно потому, что мы храним традиции и одновременно стремимся в будущее, опираясь на технологию, на науку, на новаторство. Не могу представить человека, более достойного этой премии, чем мой друг Майк Блумберг. Не изменив себе, Майк Блумберг пожертвовал всю полученную премию на проведение международного еврейского конкурса инноваций. Весь миллион долларов был создан специальный Genesis Generation Challenge, который в течение года выберет 10 крупных идей, современных идей, которые могут улучшить мир и улучшить общество, и все эти деньги будут направлены на эти идеи. Для вручения ежегодных премий Genesis основал специальный фонд размером 100 миллионов долларов, то есть существование еврейского Нобеля обеспечено минимум на 100 лет. Гидон Дубинский и Элла Казакова, специально для RTN, Израиль.